господи, сразу. Давайте рассмотрим мой макияж сегодняшний. Я красилась, даже устала. А на видео вообще практически его и не видно. Ну, отлично. Так. Любит говорить, свайпаем. Что мы сегодня свайпаем? Палочку дать тебе? А зачем? Чесать моталочку? Нет, будем без палочки. Все, все, хватит. Боже, он вот это он набрызгал. Я думала, от кого это пахнет? Это от меня. Вот смотрите, мы приближаемся к этому обелиску, зданию. Черный камень. И сверху золотой купол. Ну, это так кажется. Я не знаю, что это. Но это не камень, конечно, это черные стекла. Сейчас будем возле него проезжать. И там будет реальный как обелиск стоять. Сейчас на остановку и подъедем, я еще раз включусь. Так, смотрите. Сейчас будет реальный обелиск. Видно? Золотой. Черный с золотым. Солнце светит, правда, но мало ли, может быть, будет видно. И вот этот вот сам обелиск. Ух ты, смотрите. Дубай фрейм. Бурдж Халифа. Самое высокое здание в мире. И нет, сейчас не видно, но мы приближаемся к этому обелиску, который мы вчера с вами видели. Так. Это я. Привет. Вот метро. Мы в женском вагоне сидим, а вон дальше мужички. Но это суббота, это такой полувыходной день. Непонятно, выходной или не выходной. Кого-кого? Ну, в основном, наверное, не выходной, потому что, в принципе, у всех людей большинство один день выходной. Здесь можно полностью. Ну, потому что мы еще едем... Мы едем на практически конечную станцию, да, и мы вот с шопинга. Прогулялись хорошо, настроение отличное, поэтому класс. В принципе, собирались, как обычно, зайти минут на 20, да? Да. Ну, как обычно. Увидели распродажи, стали мерить, увидели цены. Да, в забу дыхание сперло. Как обычно. Как обычно, и все. И понеслась. Так, ну давай, хочу посмотреть. Что? Обелиск хотим посмотреть. Уже в темноте. Вещь в сумерках. Где же этот загадочный для меня небоскребище? Не видно наших. А вот. Красиво. Ой, какой закат. Какой красивый закат. Стадион, дубайская рамка, красота. Новые дома жилые построили. Все высотки в центре города. И салат. Что там еще? Вот эти вот торговый центр, да, был? Арка фрейм, да? Да. Рамка, я ее аркой называю. Ну, я тоже, честно. Что? Едешь в метро и любуешься просто. Сколько бы раз проезжаем, все равно рот открыт. Да точно. Так, ну где же? Наверное, дальше. Ух, смотри, ты... какой вид шикарный. Шикарный. На магнитик. На магнитик? Carrefour. Смотрите цены в описании. В Дубае. Вот сейчас будет. Обелиск, смотрите. Со всеми этими роликами. Какой отель сам по себе. Интересный район. Очень пальмы красиво подсвечены. И такие тоже, это как два розовеньких обелиска там внизу стояло. Ну какой-то египетский район. Египетский отель, египетский район. Ну, владелец, значит, египтянин. А вот от меня еще добавочка. Смотрите, этот район, где мы живем, Эль-Джадаф.
Он только-только строится, но нам очень нравится. Он будет очень крутой. И есть отели уже, но есть еще стройки и пески. Вот просто посмотрите, я перебегаю сейчас. Просто смотрите, все еще пустыня здесь. Пустыня, но уже застраивается. А тут уже шикарные отели идут. Сейчас покажем вам здание. Наташа вычислила, что там он будет работать только на солнечных батареях. Тоже покажем вам это здание. Ну, район классный. Район классный, метро уже есть, то есть скоро, к сожалению, для нас отели здесь будут стоить немеренные деньги. Так, ну и наши пакуночки. Вот, смотрите, кстати. Вон наш премьер-ин, а вот все еще пустынька, все еще все строится. А вон премьер-ин, что-то я тупанула. Вон наш отель. Спускаемся из метро уже. Да вот вышли, была жара. Сейчас вечереет, сумерки. Вот, хорошо провели время. Прогулялись просто в моле на шопинге. Отлично. Да. Отлично. Вот сейчас выйдем, покажем вам это здание, которое действительно стоит, скажем, просто вам его показать. Наташа его увидела, вычислила. А я бы даже, наверное, подумала, что это какой-то мол. Смотрите, похоже, да? Что похоже, что это просто мол такой. Вот, Наташ, давай, ты иди рассказывай про это здание. Ну, расскажи, что рассказывай. Ты рассказывай. Ну, там написано, что это здание будет, это жилой комплекс, и этот комплекс будет полностью обеспечиваться зеленой электроэнергией, то есть энергией солнца, я так понимаю, этими солнечными батареями. Какое-то супер-пупер строение. То есть где-то, наверное, уже к началу года уже будет все. Вот там внизу все написано, как бы на это, на баннерах. Вот самый большой в мире и умный дом. Ты где, на зеленом стоишь? Да, с нулевым выбросом этого CO2. Вон, да, я приблизила. И он, как он будет слева выглядеть? Наверное, парни тоже на это здание смотрят, конечно же. Такая вот достопримечательность. Я чисто подумала, что это мол с парковками. Мне он так показалось. Ну, не знаю, вот это вот такое здание будет. Смотрите, все-таки район, да, я показала вам такой. Пустынька, пустынька, пустынька. И дальше отели, отели, отели. Мы там гуляли. Там есть чудесный залив. Прекрасный. И отель Versace. А вон наш отель Premier Inn. Много видео уже мы про него сделали. И здесь вход In Taste. Мы пробовали индийскую еду и до сих пор там кушаем. Очень вкусно. Сейчас, кстати, пойдем там и перекусим. Ну и дальше уже будем идти. Ой, Наташа, только приблизила тебя. Очень. Все. Наташа в деталях. Да, Наташа в деталях. И вот это вот, не забывайте посмотреть видео про шопинг, где мы купили эту блестяшечку за 29 дирхам в Дубае, моле, конечно же. И метро сверху, и метро поехало на Крик, на Дубае фестиваль мол. Вот такой вот будет интересный дом здесь.